Они также у вас сухие снизу, да? Они идут ствол ровный, длинный вверх. Да, длинный вверх туда, вверху ветки. Корабельные так называются. Они ствол ровный, угу. Длинный вверх. Как пальмы растут. То есть, грубо говоря, наверху там у них ветки, а снизу нет. А это как раз это? Съездили при бусе, насладились всеми красотами. Я все заговариваю. Сервиса нашего местного. Что тебе там понравилось? Нахамили? Даже не улыбнулись, понимаешь? Мы приехали в этот отель. В отель? Странный, Стайлбрук. Где Сакля там. У нас номер стоил 14 тысяч. Они нам даже не улыбнулись, понимаешь? Дожрались. Вообще. Это что вы, это, президентский люкс сняли, что ли? Нет, обычный. Там цены такие, да. Помнишь, мы тогда в Кристалл ездили? 14 тысяч стоило номер, я пробрал вот, на семью, ну, Виталик, там, трехместный. Обычный люкс, ничем не примечательный. Денег этих не стоит точно. Там обычный, там какой-нибудь ковер с этими узорами. Нет, ковра не было. Но покрывало красное, наверное. Серебряными какими-то там вензелями. Нет, не. Подруга бы сняли. Отмечала день рождения. Москвичей. Жука раздавили бедного. Жужелица. Это жужелица. Нет, это носорог. Ой, носорог самка. Мы в Пятигорске поймали жужелицу вот такую здоровую. Она такая гламурная, вся переливается, как стразами такими всеми. И сестра схватила в руки. Нет, завтрак включен, ужин тоже даже включен, но мы туда не ходили на ужин, мы были только на завтрак. У вас свой ужин был. Ну, в общем, завтрак более или менее как бы все хорошо. Во всем отеле четырехэтажном, даже там плюс инхаус, два человека мы видели. У нас тоже людей мало было там в отеле, помнишь? Он же официант, он же кухрабочий, я не знаю, он там все. И администратор с кислой рожей. Ваш номер на четвертом этаже. Спасибо. Дай мне сюда карту какую-то. Потом мы в 11 часов лифт выключаем, чтоб вы знали. У нас не выключался, да? Боже, спасибо. Ну и в общем. Вау, смотри, 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 как красиво. Угу. Вот это номер, да? Подбитый. Величие, по-моему. Вот тебе, вот, пожалуйста, дом, посмотри такой вот этот тросток. Вот такой я хотел на соседский вид. А подруга хотела прямо отметить. Давай тросток возьмем. Там что-то у них было написано. Спа, там, матери, отвезу, что-то. Отвезу. У них, как оказалось, ничего не работает. Ничего не работает. Ну, даже ванна в номере там а-ля джакузи нерабочая была. Вот. Сауну можно было с 800 рублей в час человека. Вот что у нас все растет. То, что в магазинах продают в Тольятти, здесь да, она растет сама по себе. Да, да. Никого еще нету. Закрыто полностью, все закрыто. Ресторан, короче, все закрыто. Потому что везде вход 500 рублей в час. Вам просто подкручивали вам новые. Ну, что-то проводов не вижу. И мы собрались, взяли такси, уехали на поляну. И там более-менее туса, да? Немножко. Нет, там особо весело не было, просто... А таким ценам, для кого это рассчитано, такие вот цены? Я не знаю, там было человек, наверное, 15 во всем этом отеле. Ну и в основном это были женщины взрослые. Одна семья и остальные взрослые женщины. А они откуда, тоже местные или наши? По-моему, нет.